расскажу вам один такой маленький момент, чтобы себя более комфортнее чувствовать в Польше. Если вы едете через агенцию, через каких-то посредников на работу, то старайтесь в первое же время по приезду сразу снять жилье. Пусть это будет дороже, пусть это будет стоить со злотых, но это будет одна комната в трехкомнатной квартире. Это я говорю про Познань. Набираете OLX, и там можно найти кучу-кучу объявлений, где предлагаются комнаты, где вы без проблем сможете взять себе комнату и жить там спокойно. Для чего это? Для того, чтобы жить комфортно и без головной боли. Не бояться за то, что будет происходить у вас в хостеле, а это будет по-любому. Всякие выходные дни, это как обычно, они происходят шумно. И живя в хостеле, все это видно, как люди после работы, им нечем заняться. Большинство фирм, ну в принципе, те, которые набирают людей на работы, они не организовывают свободное время для человека. К примеру, можно было бы свозить людей куда-то, по музеям, по историческим местам, сделать различные экскурсии. То есть возить выходные дни в свободное время, ознакомливать людей с городом, чтобы человек себя более комфортно чувствовал. Но я еще раз вам скажу, это невыгодно для агенции. Если человек себя будет комфортно чувствовать, то он сразу поймет и сбежит в тот день, когда он поймет это. Поэтому, ну, сбежит, я имею в виду, что на другую работу сам найдет и будет сам работать на прямого работодателя. Так вот, необходимо, конечно, тогда самим брать и перемещаться, смотреть город, узнавать новые места. Вот. И чем быстрее вы ознакомитесь с городом, тем проще вам будет жить. И когда вы переедете на съемное жилье, вам агенция вернет деньги. Есть одна агенция, называется Work. Она возвращает 600 злотых. Вот. Другая агенция, Nordstaff, возвращает 300 злотых. Поэтому, в принципе, вы много не потеряете. Но будете комфортно себя чувствовать. Не будете жить с тремя-четырьмя незнакомыми вами людьми. Конечно, если вы едете с женой там, либо с супругом, тогда будет проще. Тогда можно будет не думать об этом, так как вам выделят отдельное жилье, ну, отдельную комнату, и там будет намного-намного проще. Вот, что касается, конечно, да, вот люди работают еще на разных работах. Это что касается хостела, где вы работаете и живете с другими людьми. Это касается хостела, так как люди приходят в разное время, что будет очень-очень неудобно. Очень неудобно, когда вы приходите в одно время, например, с работы, да, отработали 12 часов, только ложитесь спать, все приготовили себе там на следующий день, все необходимое. Тут приходят те, кто с другой смены, начинают шуметь там, ну, в плане тоже перемещения там по комнате, там что-то делать, свои дела. Некоторые даже включают телефоны на громкость, то есть слушают. Ну, вот такие различные моменты бывают. У людей сталкиваются тут люди с разными ситуациями. Нужно быть готовым ко всему. Вот, поэтому лучше жить отдельно. К тому же деньги вам возвращаются. Ну,
хоть половину, но и то приятно. Будет у вас сохранена энергия, сила, здоровье. А это необходимо для тяжелой работы. Так что всем советую обзавестись жильем.